Бажаю здоров'я всім підписникам каналу «Військовий екстрасенс» та Івану Дригову. В першу чергу хочу подякувати за допомогу та закриттю збіру в минулому моєму відео. Дякую всім, хто долучився. І, на жаль, прикро це говорити, але хочу знову звернутися до вас за допомогою в ремонті паливної системи. На жаль, наш залізний кінь знову підвів, але це все можна виправити. Тому, будь ласка, прошу всіх небайдужих долучитися до збору. Ціль 30 тисяч гривень для ремонту форсунок, паливного насосу та взагалі паливної системи. Машина це дуже важлива, тому що вона виконує прикриття нашого з вами неба. І тому, будь ласка, всіх небайдужих прошу долучитися до збору. Всім дякую. Військовий відхід. Україна. Україна. Київська область. Київська область. А що вам ще? Сделайте мене потише, тому що я себе два рази слышу. Давайте, сделаю. Проверим, как. Вот. Вот так уже лучше. О чем общаетесь? Интересуюсь, с какой целью Российская Федерация захватывает территорию Украины? Мы не захватываем, мы возвращаем. Ну, скорее всего, у вас же такая идея, да? Вы возвращаете, спасаете людей там от чего-то, да? Вот там Мариуполь, например, вы спасли от чего-то. Да. Да. А как вы считаете, людям нравится? Спасаем, возвращаем. Людям в Мариуполе нравится ваше спасение? Конечно, они сейчас радостные, вон ездят, у них строительство. Ездят, это как? Ладно. Это, наконец-то, Азова там нету, который... А давайте я сейчас, секундочку, у меня интересное интервью с Мариупольцем было, послушаем. Это тоже меня не устроили. Квартира. У меня была и есть семья, где двое детей. Мне не надо видео ваше показывать. Жена, которая тоже, кстати, недовольна постоянно, и можно понять, почему. У меня нет этой трехкомнатной квартиры, потому что туда был прилет, и дом снесли. И у меня отказ от местной власти. Мне сказали, что мне не будут ничего компенсировать, потому что у меня на краю Мариуполя есть маленькая однушка 35-метровая, кстати, с очень плохим ремонтом. Там тоже был пожар, но хоть как-то можно там перекантоваться. И мне местная власть сказала, у нас постановление такое, ты вместе со своей семьей теперь будешь жить вот в этой однушке, которую ты планировал дать своему сыну. Вот почему я недоволен. И также я работал всю жизнь на Азовстали, мастером цеха, мне платили $1500, а сейчас этого завода нету, и я не могу себе найти работу. Жена бузит каждый день, дети хотят есть, все хотят там одежду, и вот я недоволен. Что тебе, как-то прокомментируете, мужчин? Да я вообще не знаю, кто это такой. Что-то мне видео какой-то показал левого мужика. Это человек из Мариуполя, который не выступает откуда я знаю? На ваших... Подожди, откуда я должен знать, что это с Мариуполя? Я услышал ваш вопрос, отвечаю. Ну, этот человек из Мариуполя, он не светится на ваших пропагандистских каналах, конечно же, у него интервью не берут, но у него интервью взяли другие каналы, которые называются оппозиционными у вас на России, и он высказался, как хорошо ему жить в Мариуполе. Если вам интересно, откуда я знаю, почему он из Мариуполя, возьмите, забейте Антон Хардин в YouTube, Антон Хардин, и послушайте его последнее видео, где этот мужчина высказывается, откуда он, что он и так далее. Это не отвечаешь на вопрос. Я же тебе ответил. Я должен знать, что это человек с Мариуполя? Забей, возьми в YouTube видео, оригинал и послушай. Это пропагандистская чепуха, которая несет всякую чушь. То есть это неправда, да? Да я же не знаю, что это за человек. Давайте я найду прямо из города Мариуполя, где видно за спиной. Не надо ничего из... Что-то Мариуполя. Так что же вы хорошего принесли, скажи, Мариуполь? Мы очистили свою русскую землю от нацистской мрази, таких как Азов, еще там всякая чушь. Ты сказал, вы возвращаете. А что значит возвращаете? Это как понять? Ну, конечно, возвращаем. Это наши исконные русские. А где земли, написано, да? Что это русская земля? Это в документах написано. В каких? Дай почитать. Давай, это да. Пиши, это договор между Османской империей и Российской империей. Смотри, дело все в том, что в Конституции России и в Конституции Украины прописаны земли, которые входят в страны, в государство, в эту страну входят. Покажи мне до 2014 года, где в Конституции России было написано, какие земли входят туда. Давай. А это земли были Донецкой Народной Республики. Покажи мне в Конституции России,
где прописано, что это земли Донецкой Народной Республики. Это в Донецкой, Конституция Донецкой Народной Республики. До 2014 года. Покажи мне, что это русская земля. Надо мне до 2014 года. Россия включила в состав Донецкую Народную Республику в 2022 году. Мы вернули эти земли. Смотри, мы сейчас общаемся в тематике, что это ваша земля, ты сказал. Что это русская земля, твои слова. Я тебе говорю, что согласно Конституции России до 2014 года, покажи мне, пожалуйста, где написано, что это земля России. Я тебе говорю, 2014. Берем мирный договор между Российской империей. Конституция 2014 года. Российской империей. Конституция 2014 года. Открываем и смотрим. Русско-турецкой войны. А не какой-то там украинский. Смотри, ты сейчас в своем уме? Вы когда принимали Конституцию России, послушай, вы когда принимали Конституцию России, почему вы не сослались на турецкую войну? А сейчас ссылаемся. Это наше право. Какое? Согласно чего ваше право? Какого документа? А, согласно того, что мы продолжатели СССР и Российской империи. А где написано, что вы продолжатели СССР? Да, указ Путина, почитай. Покажи, давай. Подожди, почему здесь Путин? Я говорю, кто признал, что вы продолжатели? То, что Путин себя так определил, это ничего не означает. Он. Где написано в ООН, что... Где написано? Мы продолжатели. Где написано в ООН, что вы продолжатели? Был распад. Распад. Так. Ельцин написал письмо в ООН, и его все страны приняли. Так смотри, дело в... я тебя услышал. Дело все в том, дело все в том, что Ельцин таки написал письмо, но почему-то оно было написано после того, как генсек его прочитал. Как-то хронология, да, неправильно была соблюдена. Это раз. Генсек ООН не мог... Я же говорю, зачем ты меня перебиваешь? Он, блядь, когда... признал международную организацию, а нет, ты мне что-то... Нет, никто чёрт, ничего не признал. Ты послушай. Нет, твои, понимаешь. Давай по очереди говори. По очереди давай говори. Давай. Когда впервые Российская Федерация начала называться Российской Федерацией, а не РФССР? Когда впервые, скажи? А что такое РСФСР? Расшифруй, пожалуйста, мне. Ты меня слышишь, я говорю? Я тебя слышу. Когда впервые... Расшифруй мне РСФСР. РСФСР. Как еще раз? Что расшифровать еще раз? РСФСР. Еще раз? ФСР. По буквам, да, первая какая? Расшифруй. Первая. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Ну, а зачем тебе расшифровывать? Ну? Ну, это... Ну, это твои знания, понятно. Ты мне скажи, начали называть Российскую Федерацию официально, когда впервые официально Российская Федерация начала называться Российской Федерацией. Скажи мне дату. Дату? Забей в гугле, посмотри. Ну, я так думаю, это 91-й год. Наверное. Нет. Нет. А когда? А письмо было написано в 91-м. Ну. А начали назвать официально в 92-м. Потому что на пятом съезде... Не приняли. Понимаешь, мне твои... Подожди. Потоги, смотри, есть же документ. ООН. Есть же документ. Совет ООН. Нет, я тебе хочу объяснить, это что это неофициально. Никто не признал. Все страны признали. Где написано? То, где признание написано? Покажи мне. Продолжателем УССР. Где написано признание о том, что вы... Документизация идет? Слушай, ты из темы на тему перескакиваешь. Давай закончим с ООН. Закончим с ООН, давай. Вы... У вас проходит... Давай закончим с ООН. Давай. Давай. Ты так не сказал мне, когда давай. У вас... Скажи, в Совете ООН есть Россия? Она там находится неофициально, незаконно. Как неофициально? Неофициально. А кто признал? Совете безопасности она неофициально. Неофициально. Кто признал? Кто да? признал, скажи? Да? Левый чувак, имеющий право вето на все, блядь. Да? Знаешь, дело в том, что Ельцин написал письмо генсеку, и вас просто как организование, новое образование, вас пожалели, как сопливое государство, которое думали, что будет демократическое, вас пожалели, и вместо таблички СССР написали РФ. Как вам жить вот с таким вот пониманием, что вас пожалели? Я считаю, это страны. Давай. ООН.
Член Организации Объединенной Нации. А кто был подписантом? А кто подписант был? Что ты там, слышишь? Какую-то хуйню мне какого-то не ушла. Кто был подписантом? Кто был подписантом устава ООН? Смотри. Подписанты, найди мне, пожалуйста, да. Россия. Смотрим. Российская Федерация. Дата принятия официальной в ООН 24 октября 1945 года. Кого приняли? Российскую Федерацию? Ну, так. Кого приняли? Ну, в письме, я тебе считаю. Кого приняли, в письме, скажи? А 24 декабря 1991 года. Ты сказал 45-м. Федерация Борис Ельцин проинформировал генерального секретаря, ну, о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности в ООН будет продолжен Российской Федерации. И вас пожалели просто. Да, вы и сами это... И вас просто пожалели и поменяли таблички, и все. Государство. Просто поменяли таблички, вам пожалели вас. Да-да-да, это вас пожалели. Вы же никакого отношения к СССР не имеете. Ты знаешь, каким образом приходит легитимизация? Все, короче, все? Теперь я тебе знаю. Легитимность. Как проходит процесс легитимности и вступления в ООН? Ты меня... Не, мы закончим с того, что... Мы закончим сначала с Россией, сначала закончим с Россией, и потом продолжим. Вы продолжатель УССР. Так что, ты согласен? Ты согласись, что вы неофициально... Ты согласись, что вы там неофициально находитесь, согласись. Нет. Почему? Официально. Кто был подписантом? Кто был подписантом устава ООН? Кто был подписантом устава ООН? Скажи мне, пожалуйста. Пожалуйста. Вы продолжатель УССР? Я тебя спрашиваю, кто был подписантом ООН? Вы продолжатель УССР? Ты слышишь, что я говорю? Нет, нет, мы не закончили. Мы не закончили с темой. Я тоже буду спрашивать. Кто был подписантом? Все, смотри. Подписантом был СССР. УССР, Украинская Социалистическая Республика, и БССР. А РФССР не был подписантом, поэтому вы не можете быть продолжать то, чем вы не были, не считались, понимаешь? Ну вот где ошибочка. Этот вопрос уже давно-давно уже изучили и хотят от вас из Совета Безопасности ООН вышвырнуть. И правильно бы сделали, понимаешь? Теперь даю тебе слово, голос. И, блядь, там и всякая чушь. Голос мужчины. У нас есть право вето, и мы Совет Безопасности как основатели, блядь, этой организации. Вот и все. Mm-mm. Скажи, вы основатели? Вы не основатели. Основатели. Где написано, что вы основатели? СССР основатели. А почему здесь СССР? В СССР входило еще 15 республик. Вы при чем здесь? Документом. А РФССР не был подписантом? Мы СССР. СССР 15 это стран еще. РСФСР. Послушай меня, в СССР ходило еще 15 стран. И при этом УССР и БССР подписали устав ООН. Мы вас декоммунизируем, мы вашу республику. Тихо. Ты пальчиком не тычь. Сейчас смотри, по моей команде будешь говорить. Я тебе скажу слово «голос», потом будешь говорить. Голос. Законом вы являетесь. Молодец, послушный пес. Будем тебя дрессировать. Голос. В ООН. Молодец. Значит, по команде «Голос» можешь кричать «Голос». Коммунизация. Молодец. Коммунизация у тебя чуть-чуть ниже, где прострация. Там и вам не понятно. «Голос», мужчина. Ну чего? «Голос». «Голос». А, все, понял. Молодец, послушный пес. Послушный пес. «Голос». Свободен. «Голос». Угу. Американский, наверное. Конечно же. Все американское кругом. Вот, видишь, моего Китая у нас. А вы тоже блогер? Нет. Я на работе просто. Кем работаете? Я думаю, это излишнее. Вашим зрителям это будет неинтересно. Почему интересно? Стрим. Я в стриме. Нет. Кстати, гонорар мне будет какой-нибудь? Конечно. Как актеру. Как актеру. Мне положен гонорар? Да, да. Скажите, ну, карточку я вам сброшу. Сколько? Ну, договоримся. Значит, как смотря... Смотря какой контент вы мне сделаете. Я вам задаю вопрос о зарплате, а вы молчите. Я мне выкладываю. Мне актерское мастерство проявить там на 100 рублей или на 1000. Я же не знаю, как мне выкладываться. Так давайте сначала проверим ваши актерские способности. По Станиславскому или просто... Можете сыграть Путина? Попроще. Скопировать Путина можете? Путин? Нет, невозможно. Так что ж вы хотите? Нет. Гонорар, блин, за что? За наушники китайские? Это, знаешь, вот раньше это... Вот Ленина, когда фильмы советские... Ну, это, наверное, не это...
немножко помоложе, да. Ленина играли не все, могли Ленина играть в фильмах, понимаешь? Утверждали на роль там, значит, там чуть ли не Политбюро. Понимаешь? Не так все просто. Слушай, давай как-то будем или общаться на какую-то тему интересную, или я побегу дальше. Давай, давай, давай. Как, на какую тему будем общаться? Политика, духовность, война. Что интересно? Ну, я поддержу, постараюсь свои силы умственных своих способностей. Хорошо, у меня есть... Как можно к вам обращаться вообще? Как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр, меня Иван. Александр, на «ты», да, можно же? Смотри, вот новости, конечно, новости прочитал, говорят, что российские войска, корабли российские, заходят сейчас в Карибское море для проведения учения, там, тренировки какой-то. Угу. Да, вблиз к Америке. Как ты считаешь, к чему это все ведет? И не называется ли это расширение ОДКБ в западную сторону? Не вижу никаких оснований для таких утверждений. Это просто учения в определенном районе океана. То есть, ну, это нормально, когда проводятся такие учения между странами? Ну, это же не совместное учение, насколько я понимаю. Совместное. Или там... я что-то в новостях... кто там участвует? Совместное учение. Кубинские войска еще будут. Куба там и еще какая-то страна. Ну, если совместное, ну, бывает же государство, там совместное учение. Ну, у нас и с НАТО были как-то, по-моему, совместные. То есть это ничего не означает, да, по сути? Ну, то есть люди себе... Конечно, тренируют. Самое обычное повышение боеготовности. То есть если там мы... У нас были какие-то учения в Черном море там с натовскими кораблями, это же тоже ничего не означает, правильно? Конечно, это же там... Но главное, чтобы в Черном море не нарушалась доктрина. А мы нарушили Смотрю, что-то? Да, если мы что-то нарушили, да? Нет, если она в пределах, значит, международных правил. Все можно, я считаю, конечно. Да. Я здесь согласен с тобой. Если не нарушается международное правило судоходства, там, безопасности, все могут делать все, что хотят. Угу. А почему что Российская там... Федерация решила, что Украина хочет вступить в НАТО? Ну, наверное, потому что вы это в Конституцию записали. До 2014 года не было такого написано. Но мы, ты же не уточнил, в каком году она решила. Ну, это же понятно. В 2014 году вы написали в преамбулу, насколько я помню, президенту послушайте. Там что-то способствует. Но... Да, но это же понятно. Нет, если... ну, ты задаешь вопрос, как будто этого не было факта. Послушай, если бы сейчас тебе не обозначил, как бы выглядел вопрос бы так, что Россия сама по себе решила. Саша, да? Послушай, ну, давай мы же говорим, до вторжения России в Украину. А ты не уточнил? Не так ты поставил. Ну, это же понятно, смотри, мы говорим до... Мы... Смотри, в чем... ну, логика, смотри. А вот если бы я не знал, что... Я скажу, пожалуйста. Смотри, я же тебе уточнил. Я призываю не передергивать. Саш, я же уточнил. Я призываю не передергивать. Хорошо, ты призвал, я услышал. Да, если бы я не знал про этот факт, про Конституцию, вопрос бы твой звучал бы совершенно в другом контексте. Ты просто не понял вопроса. Да, ну, может быть. Я сейчас тебе говорю, почему Россия решила, что мы хотим в НАТО вступить, и напала, понимаешь? Ведь это же была причина основная, не дать расшириться границам НАТО. И напала в 14... Ты серьезно хочешь ответ услышать? В 14 году напала серьезный на Украину. Ответ? Нет, я хочу, шутку услышать. Зачем мне серьезный ответ? Я тут играю, сижу. Ну, давай я пошучу тогда. Значит, Россия, она копирует, значит, с какого-то момента копирует ваших хозяев. И решила устранить враждебный режим. Ну, как бы вот цинично тебя шоу в виде шутки, понимаешь? Нет, вот так вот. Не понимаю. Ни одним, я спросил другое. Я говорю, почему вы решили, что мы хотим в НАТО вступать до 2014 года и напали на нас? Потому что с какого-то момента Украина стала просто, извини, не хочу тебя обидеть, но просто шестерка в чужих руках. Это же было очевидно. Шестерка в руках стратегических противников Российской Федерации. Где это было очевидно? Где это было очевидно? В каких историях? Ну, слушай, ну я не был, мы же не в суде, чтобы я сейчас документы здесь выкладывал. Ты спросил мое мнение, ну, я тебе ответил. Ну, мы же общаемся, у меня время есть, можешь мне какой-то документ показать. Да. Покажи, пожалуйста. Нет, я поэтому и ответил свое мнение. Да. Какое мнение? Да я говорю, это очевидно. Если есть какой-то документ, я готов подождать, чтобы ты мне показал его. Где мы там какой-то... А документ о чем? Ну, о том, что нам хозяева, какое-то влияние на Украину, там на что. Слушай, ну извини, ну давай, ладно, я там документы, не документы. Ну, есть такой факт, вот просто некоторые говорят, что такого нету. Есть факт перехвата, значит, телефонного разговора Виктории Нуланд в году там, в 14-м? Я не знаю. А, не знаешь. В 14-м ну, году? Ну, вот видишь, тогда и обсуждать нечего. В 14-м году? Там, когда она вам, Саша, назначила премьер-министра Яценюка, Саша, и мэра Кличко, я знаю эту этого историю. Не было? Я знаю эту историю. Это фейк? Я знаю эту историю.
Но мы еще, ну, не, уточняю, до... но мы еще не дошли к этой... Я не Саша. Ты Саша, я же не Александр. Саша. Я не Александр. Не Александр, меня по-другому зовут. Я же представился. А как, извини, как тебя зовут? Иван меня зовут. А, Иван, прости. Так это фейк или нет? Я ж тебе хочу сказать. Дай мне высказаться. Ну, дело все в том, что мы говорим до 2014 года, что принудило вас напасть на Украину. Все, что будет потом, мы потом обсудим. По хронологии. Зачем мы вторглись? Ты сказал, потому что, никто, подожди, потому что наши хозяева там какие-то, там что-то на нас там как-то провоцировали. Никто не, подожди, но в 2014 году никто не нападал. Набальдали, это в 22-м же, по-моему, что по вашей версии. Что такое нападение? Так я и уточняю. Вот ты когда в 2014 напали, это что-то под я этим? Я хочу спросить у тебя, знаешь ли ты, что такое нападение? Ну, наверное, пересечение там какой-то границы вооруженными силами, да? С объявлением войны, да? А, с объявлением войны? Ну, а как? Ну, или противоположная сторона должна объявить войну. А если не объявили войну, так это не нападение? Нет, ну, может, агрессор-то не объявить войну, а вот защищающаяся страна-то наверняка же должна объявить войну, нет? А, это СССР должен был объявить войну немцам, правильно? Нет, не надо уходить от вопроса. Украина войну объявила в 2014 году России? Ты считаешь, что тот, кто защищается, должен войну объявлять? Ну, подожди, ты же говоришь нападение, агрессия. Я тебя спрашиваю, что такое нападение? Война. Это же серьезное дело, Украина должна была объявить войну. Мы пока не дошли к слову «война» еще. Мобилизацию. Мужчина, мы еще не дошли к слову «война». Я тебе говорю о том, что ты сказал... Вот ты задаешь вопрос, я разъясняю, ты сразу хочешь этого вопроса. Нападение, что такое? Понятие нападения. Ну, как-то... Саш, нападение, что такое? Ладно, я же ответил. Саш, нападение, что такое? Я же только что ответил, у тебя же записывается. Смотри, промотай. Ты сказал, я повторю твои слова. Вторжение чужих войск на территорию соседней страны и с объявлением войны. Ты такое сказал. А если без объявления войны, это не нападение? Давай я тебя уточню. С объявлением войны одной из конфликтующих сторон. А если не было объявления... то есть Украина же должна была объявить. А если не было объявления войны, это не нападение, подожди, я тебя спрашиваю? Ладно, подожди. С точки зрения России, если она не объявляла войну, ну, может быть, и в этом есть логика. Ну, ты мне объясни тогда, Иван, а почему Украина не провела мобилизацию, не била войну в 2014 году, если это было нападение? Или это не было нападение? Саш, давай еще раз. Не, ну, подожди, нападение. Давай вопросы будем друг другу задавать. Задал вопрос. Пока мы с тобой не разберемся, что такое нападение. Нет, я же не допросил. Пока мы с тобой не разберемся. Вот теперь я задаю. У нас же диалог. Так диалог не строится, Саш. Смотри, Иван, у нас есть вопрос. Теперь я задал вопрос. Я же не услышал ответ на свой вопрос. Ты же мне не ответил. Давай тогда по новой. Понятие. Значит, ты задаешь вопрос, я отвечаю, потом ты на мой. Что такое нападение? Объясни мне, пожалуйста. Давай. Возвращаемся к исходной точке. Нападение – это пересечение регулярными формированиями одной из стран, да, вооруженных формирований, допустим, границы или считающейся линии, которая считается границей, между двумя странами и объявление одной из этих конфликтующих сторон войны там, значит, и так далее. А я уточняю еще вопрос. Придание формального характера, значит, статусу, военному статусу, да? Уточняющий вопрос. Я хочу уточнить. Если не было объявления войны, это нападение или нет? А если не было объявления войны, это Испания. Предвоенное, прошлого столетия. Не, ты сказал, что мы не говорим. Ты сказал, что мы про СССР не говорим. Ты сказал, что мы про СССР не говорим. Ты не даешь мне... Ты сказал, что мы там не лезем. Я не про СССР. А что, так давай в СССР залезем. А ты не даешь мне отвечать. Нападение Германии было? Нападение Германии было? Германия напала на Советский Союз? Ты не даешь мне отвечать. Германия напала на Советский Союз? Я тебя спрашиваю. Конечно, да, напала. Кто объявил кому войну? Да. Про Германию сейчас попозже. Я тебе сейчас про Испанию. Кто кому объявил войну в нападении Германии на СССР? Не хочешь? Тебе страшно услышать ответ? Ты просто ерунду меряешь, у тебя логика несвязуема. Ты мне затыкаешь рот, ты не даешь мне ответить. Так ты глупость говоришь. Тебе страшно услышать от... Так ты еще не услышал эту глупость. Испания? Я тебе говорю, Украина, Россия. Зачем мне Испания? Ты еще не услышал эту глупость, а даешь уже оценку, что это глупость. Нападение это. Давай я эту глупость скажу, а ты потом прокомментируешь эту глупость. Так вот ты не убегай, хорошо. Давай, у тебя звук. А у тебя звук выключен сейчас? Нет, я тебя щелкнул. Слушаю, зачем? Слушаешь? Стрим конечно. Отключил, чтобы люди не слушали. Ты что такого говоришь, думаешь? Ты думаешь, ты что такого говоришь страшного, что я буду отключать? Ты такой бред несешь, что сейчас ржут из себя все. Ну, ты реально думаешь, я тебя буду выключать? Капец. А в чем тогда? Давай, городи свое, давай. Ну, я тебе начал говорить.
на примере Испании прошлого столетия, когда была гражданская война при поддержке внешних вооруженных сил со стороны Германии и Советского Союза. Вот что такое Украина в 2014 году. Все? Должна понимать. Ты сказал свой бред весь. Теперь я тебе говорю. Нападение. Ну, ты меня оскорбляешь. А вот твоя реакция это такая раздражительная. Говорит о том, что я прав. Ты реально думаешь, что ты прав? Ну, скажи мне. Конечно, конечно. Скажи мне, нападение, ты считаешь, что нападение – это только с объявлением войны? Я тебе говорю, если бы не было объявления войны, это нападение? Да мы это уже проехали, давай следующий вопрос. Ответь мне, если не было объявления, это нападение? Конечно, конечно. Но военное положение должна объявить пострадавшая сторона. Подожди с военным положением. Если это считается нападением. Мы не дошли туда еще. Мы не дошли к военному положению. Мы говорим о нападении. Тебе что так сыкотно говорить? Ты боишься чего-то или что? Не, ну так ты просто засыкался. Тебе реально сыкотно? Тебе сыкотно реально? Давай дальше двигаемся. Во-первых, камеру опусти ниже, чтобы у тебя лицо было видно, потому что ты как бы прячешься. Ну, там подсказывать советами. Ну, ты как прячешься, ты боишься или что? Мое лицо прекрасно видно. Ты боишься показать свое лицо? Ты хочешь, ты хамишь, потому что у тебя нет ответа. Я знаешь, почему хамлю? Ты перешел в хамство, потому что у тебя нет аргументов, не осталось. Ты хамишь. Ты вынуждаешь. Все так подростки так делают. Ты вынуждаешь меня слушать. Нет, свой бред. Давай, ты вынуждаешь прости, слушать давай, меня дальше. Свой дальше. Бред, поэтому я тебе хамлю, ну, вот и все. Ну, видишь, разные точки зрения. Кому-то это не покажет. Применение силы одним государством против территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства. Ну, что дальше? Слово о объявлении это? Войны нет. Это нападение, я тебе объясню. Только что прочитал. Слово понятие. Можешь забить, прочитать. Угу. Вот. Так Украина Так вы напали в 2014 году? Так это ты так считаешь, а украинские власти так согласно не считают, понятию, понимаешь, что проблема? Согласно понятию, вы напали на Украину? Да нет, конечно, там же не было регулярных частей российской армии же не было. Там. Почему же, о чем ты говоришь? Почему же в резолюции об... Зачем ты параллельно со мной говоришь? А про кого? Не надо параллельно со мной говорить. Кто захватил? Давай, подожди, не наваливай. Саш, зачем ты наваливаешь? Скажи, у нас есть вопрос. Ну, кто? У нас есть вопрос. Было ли военное формирование Российской Федерации на территории Украины? Я говорю, было. У меня для этого есть доказательства. Я говорю, не было. Я говорю, у меня есть доказательства для этого. Для этого есть парламентская резолюция парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая запечатлила это и написала. Хочешь, проверь, прочитай. Часть? Что? Какая воинская часть? Ну, воинская часть какая? Военное формирование, я тебе еще раз говорю. Ты знаешь, что такое военное формирование? Нет? Я служил в Советской армии. Я и спрашиваю, номер военной части какой? Резолюцию открой, посчитай, во-первых. Мы сейчас а номер части... разговариваем. Ты что, что серьезно? Какая воинская часть? Я же тебе только что назвал. Командир этой воинской части. Какой? Номер части назови, пожалуйста. Такого в резолюциях не пишут. Резолюция – это итог. Не было. Резолюция – это итог ежедневных отчетов. Вот смотри, если без демагогии, это, вот сейчас у вас... Смотри, резолюция парламентской ассамблеи ОБСЕ – это результат отчетов ежедневных о том, как происходят военные действия на территории Донецкой и Луганской областей. Для этого миссия ОБСЕ выезжала туда и проводила эти отчеты. Потом, резюмируя это, выдавала в резолюции. Есть резолюция, где четко написано, что настаивает на том, чтобы Российская Федерация вывела свои... вооруженное российское формирование из территории Донецких и Луганских областей. Понимаешь, Саш, мне печально, что ты сидишь в офисе, корчишь из себя взрослого человека, а на самом деле ты, ну, юн, у тебя такая, знаешь, биполярочка существует, и ты очень агрессивно общаешься, при этом выдавливаешь из себя эту вот смешную улыбку. Знаешь, как парадокс, смешная улыбка. Вот, не надо себе такое давить. Есть факты, если ты готов по фактам говорить, будем общаться. Я тебе включу звук, если ты будешь по фактам говорить, Саш. Резолюцию читаем? Вань, да, включил. Читаем резолюцию? Я могу говорить. Резолюцию читаем? Могу говорить? Я у тебя спрашиваю, резолюцию читаем? У меня звук включен. Ну, конечно, я тебе что, звук выключал или что? Вань, во-первых, пожалуйста, ну не бойся ты правды, не надо выключать звук. Даже если я тебе не звук хочешь выключал? Его слышать, ну это же диалог. Колонна, хорошо, конечно, давай договоримся. Давай договоримся, что я тебе звук не буду выключать. Вот так вот с русским, как по-детски. Как украинец с россиянином, на самом деле, вот так как русские исполняют договора все, и я исполню все договора, да. Давай, вот все, договорились. Все, звук больше не выключаешь. Все, больше не выключаем. А теперь я могу говорить, да? Да, конечно. Значит,
Stranger of the night and love forever. Stranger of the day and ghost together. Stranger of the night and love is sent for me. Stranger of the night and love forever. Друзі, чому я так зробив? Тому що він не хоче говорити по фактам. Ви мене знаєте. Хто не підтримує, будь ласка. Хто знає, чому так зробив, вам від мене респект. Слава Україні. Я із Сочі. Як там в Сочі? Ідеально. Сонечко, да, у вас там пальми ростуть? Пальми ростуть, все росте. А на пальмах банани ростуть, кокоси? Нет, у нас фініковий пальм. Фініковий? То есть у вас фініка там вообще без проблем, да, дешево все? Ну, финики растут, да, а бананы нет. Ну, есть вот эти пальмы маленькие, которые типа банановые, они как гроздьями вырастают, зачатки, но они не вырастают, в смысле, вот как маленькие. Вот такие. Я понял, понял. То есть у вас прямо в огород, ну, то есть у вас вот на территории, где вы живете, может пальма расти там, да, и бананчики ну, быть? Ну, вон у меня во дворе внизу, вот во дворе. А можете камерой показать, интересно, можете показать? Конечно. Секундочку. О, вижу, да, прикольно. Прикольненько, да. Ну и таких, ну в смысле, это вот, которые прямо у меня под этим, под, ага. Под окном. Так там у вас таких, и вон, сосенки, вон, я смотрю, и какие-то разные деревья, не только пальмы. Да все есть, и кипарисы, и магнолии, и все есть. Я понял. Нравится в России жить вам? Ну конечно нравится, а что плохого? Не хотели бы жить где-то в Америке, в Германии, в Европе? Ну, мне не подходит, нет, уровень жизни, я думаю, что там выше. В плане, допустим, если ты там чем-то занимаешься. Но с другой стороны, в России, если у тебя руки, ноги и голова работают, то ты и в России будешь хорошо жить. Какая разница? Это не зависит от страны. Вот. А если брать, например, их идеологию, то она мне вообще не нравится и нет. Конечно. А какая у них идеология? Что вам не нравится? Ну, во-первых, мне не нравится, в принципе, вот эта вся история с ЛГБТ. Вообще, в принципе, не нравится. Я не толерантный человек, как и большинство людей в России. Вот такие вот мы, я не знаю, пещерные. Я извиняюсь, а как вам можно прощаться? Олеся. Олеся, меня Иван зовут. Можем на ты, да, Олесь? Да, конечно. Смотри, вот ты говоришь, ЛГБТ, это для тебя там какая-то очень страшная штука. Проблема. Да, а вот знаешь, есть такая вот присказка, запретный плод сладок. Я понимаю, да, да. Я очень рада, что у нас нет, в стране подожди секунду. Под запретом. Она вроде как под запретом, понимаешь, но вы занимаете 5-е место в мире по количеству гей-клубов. Занимали. Занимаете до сих пор, они не закрываются. Закрываются, у нас в Сочи был, закрылся, один-единственный был, закрылся. В Сочи один клуб был? Один клуб, маяк, маячок. А была проверим? Пожалуйста. Давай. Кстати, у тебя, у нас сейчас будет с тобой возможность, вот я сейчас найду такой клуб, гей-клуб в Сочи, а ты позвонишь и спросишь, к вам ходят люди нетрадиционно сексуальной ориентации? У меня нет другого телефона, я с телефона, навряд ли получится. Блин, плохо, конечно. Я даже поверю, что они, может быть, даже и работают, но это такое, как сказать, подпольное такое, как вот организация. Смотри, на улице Новогинская, ночной клуб, да. Кабарет Лайтхаус. Работает до сих пор. Ну да, написано. Сочи. Потом маяк. Ты сказала, что вот, закрыли. Он закрыт. Закрыли. Он дальше. Закрыт. Кокос. Его тоже нет. Ну, а написано, работает. Открытым. Он был не гей-клуб, он был вообще просто клуб. Он находился в центре Сочи, на набережной. Кокос. Его круиз-бар. Уже... Круиз-бар. Подождите. Гей-клуб, круиз-бар. Вот смотрите, все, что вы перечисляете, уже два как минимум, я знаю, наверняка не работают. Соответственно, остальных, если я не знаю, сомневаюсь, что они работают. Если такие крупные, закрытые. Ну, хорошо. Скажите, у вас такое отношение, да, нетолерантное, вы сказали. А как это влияет вообще на, как это влияет на уровень жизни? Ну, я не хочу, чтобы я жила в обществе, и мои дети, чтобы я, например, шла по улице, и там дяденька с дяденькой стоят, целуются, или какие-то парады шли, чтобы мои дети на это смотрели. Я не хочу этого. Я не хочу. Мне это не нравится. Я не хочу, чтобы мои дети это видели и думали, что это норма. Для меня норма и для общества, в котором ну, живу я и мои дети, это мальчик, девочка, семья, дети, все, это норма. Это, я не знаю, ну это законы Божьи, скажем так, для меня. Хорошо, а вы считаете, что с этим не рождаются, это приобретается? Не говорю, что с этим не рождаются, я говорю, что я против пропаганды этого. Ну родился человек, хорошо, пусть он живет. А что такое пропаганда? Садит, они у нас...
Что такое пропаганда? Пропаганда, да. Это вот, допустим, смотрите, это гей-парады, это пропаганда. Допустим, не знаю, там, вот эти месяц прайды, да, у них там, там прайд, там, гей, там, ЛГБТ и так далее. Это пропаганда. Трансвеститы там приходят, там, есть же вот эти видеоролики, где трансвестит приходит, там, в детский сад какой-то, да, там, и рассказывает, что такие, как они, это нормально. Это... Для меня это пропаганда, не надо детям об этом вообще знать. Если, например, Филипп Киркоров ходит в садики и детям рассказывает о каких-то ценностях моральных, он тоже ж как бы пропаганда это называется? Ну, я считаю, что такие люди, как Филипп Киркоров, не должны ходить в детские садики и о чем-то рассказывать. Но они ходят. Потому что он не является, давайте так, традиционной субкультурой нашего общества. Да. Это все прекрасно более понимают. Того... Но опять же, видите, вот это о чем говорит. Его же никто не садит. Ты, главное, не пропагандируй, как Лазарев, например. Он же не ходит, не кричит, а у меня дети там, а я живу там, кто у него там, Малиновский или кто там его любовник. Он же об этом не ходит, на каждом углу не рассказывает. Ну, живет себе и живет. Ну, смотрите, все знают. Я понял. А если, например, вот родился сын у вас, и он нормальной, хорошей ориентации, он любит девушек. Да. Разве на него может повлиять пропаганда? Конечно. Каким, знаете, каким образом? Потому что, смотрите, если, например, вбивать в голову детям, что они сами вправе определять, мальчик он, девочка, вы посмотрите, что творится в Европе, вы же не будете отрицать того, что у них уже там на законодательном уровне можно пол менять до совершеннолетия без вообще разрешения родителей в некоторых странах, не везде. Ну, то есть... Это ненормально, понимаете? Человек, если вы загуглите статистику, вот эти транс-переходы, то очень большое количество людей, статистика есть, которые жалеют со временем о том, что они это сделали. Именно вот операции, да, хирургические вмешательства, они жалеют об этом. То есть вот эта дурь-придурь, да, которая тебе там в какой-то момент может показаться сегодня нормой, она искалечит тебе всю твою жизнь. Понимаете? И я не хочу, чтобы мои дети или в моей стране было это дозволено. А у вас есть знакомые, друзья, возможно, девушки, парни? Есть у вас однополого взгляда? Да. ЛГБТ представители. Есть у вас знакомые? Да. Ну, они нормальные люди, они, как все остальные, да? Ничем не отличаются. Люди. Я еще раз говорю, я не против этих людей. Я не считаю, что их нужно, там, знаете, за ними там бегать, там, и кричать на них пальцем показать. Но это люди адекватные. Вот у меня есть знакомый, Женя, мальчик, он сейчас в Москву уехал, он жил у нас в Сочи. Но он не ходил и не кричал, знаете, там, по улице, а я гей, вы должны там мне все, там, давайте тут, смотрите на меня. Он жил своей жизнью, знакомился там на каких-то сайтах с такими же там парнями. Это его личное дело. Что он делает дома, меня не интересует. Просто понимаете... Мне главное, чтобы такие люди не ходили и не пропагандировали то, что это нормально. Это отклонение от нормы. Дело все в том, что если я буду судить по себе, например, да, у меня есть чувства, такие же, как и у вас. Вот если я люблю девушек, мне любой парад ничего не даст, вообще ничего не даст. И мне могут... Подождите секундочку. Нет, я хочу сказать, что в этом нет вообще никакой проблемы. То, что люди в Бразилии... Подождите секундочку. Люди в Бразилии почти обнаженные ходят, карнавал у них проходит. Это же красиво, красиво. Им же нельзя это запретить. И на этом карнавале много ходят тоже представители ЛГБТ. Это часть их культуры. Вот эти без проблем. Карнавалы, это не влияет. Культуры. Вас обманули. Это влияет на чувства. Объясняю. Смотрите, если у вас есть сын, то вы как мужчина традиционной ориентации наверняка в глубине души, там сейчас можете что угодно рассказывать, не хотели бы, чтобы ваш сын был бы представителем ЛГБТ. Или не хотели бы, чтобы ваш маленький ребенок или взрослый ребенок считал нормой, когда рядом с ним сидят два мужика и там целуются в центре города. Но у вас есть сын? Да, у меня сын. Вот если он к вам подойдет, например, через год и скажет: «Мам, я влюбился в парня», какая будет реакция у вас? Смотрите, я объясню. Если бы он бы родился такой, у него бы уже звоночки такие были бы, и я бы психологически себя бы уже к этому готовила. Ту ситуацию, о которой говорите вы, она до такой степени гипотетическая и невозможна. А мне просто интересна реакция ваша. Просто реакция ваша интересна. Я думаю, что я бы себя готовила к этому, и тогда бы я спокойно... А как? Вот, но я бы к этому бы готовилась. А он резко поменялся. Он боялся вам высказаться, например. Не может.
человек. Ну, припустим. Мы же родился такой. Припустим. Вот смотрите, он припустим, он родился, как и он. Припустим. Подождите, он родился такой, но у вас в семье была пропаганда там антитолерантности, все. Он это вы все знаете, слышал. Про что вы сейчас говорите? А потом стал свободный. Медвежонок. Ну, вы меня перебиваете, Олеся. То, что вы родился. Смотрите, вы говорите, вот родился медвежонок, а через год он станет лебедем. Это невозможно. Если вы допускаете, что он, что люди такие рождаются, то звоночки появляются не внезапно. Тогда вы сами себе перечите. Как это? Тогда парады пусть себе идут. Что они меняют? Меняют то, что общество, общество вокруг считает это нормальным. Ну и что? И вот происходит, ну вот смотрите, происходит перекос, понимаете? В любой ситуации начинается перекос. Как это влияет? Те же американцы, смотрите, те же американцы, которые живут в Америке, они дают интервью, там сейчас вы тоже не сможете это отрицать. Те, которые, например, традиционных семейных ценностях, получается, они говорят, происходит перекос. То есть мы отстаивать свои ценности уже не можем, потому что если ты начинаешь говорить о том, что нет, надо быть там, ну, традиционных семейных ценностей, значит, на тебя могут там... Где это было, господи? На мужика, когда он пришел на заседание и сказал против того, чтобы в школах вот это все, значит, там муссировали, пропагандировали, он говорит, вы типа от того, что вы оденете юбку, там, ну, типа про трансгендеров, говорит, вы не станете женщиной, вы родились мужчиной. И на него завели уголовное дело, а он точно так же элементарно высказывал свое мнение. И получается, что вот это меньшинство вот этими пропагандами имеет сегодня больше веса и слова, чем, грубо говоря, большинство. То есть большинству закрыли рот. Я не хочу, чтобы так происходило. Ладно, Олеся, пускай скажите мне, давайте поменяем тему. Как вы к войне относитесь? К войне плохо. А к тому, что сегодня происходит в Украине? Тоже плохо. Плохо. Кто виноват? Виноваты оба. Оба виноваты. Оба. В чем виновата Украина, скажите? В том, что не выполняла Минские. В том, что за сколько? За 3 месяца, да, когда Владимир Владимирович на конференции, он же сказал, что... А, не Владимир Владимирович. Как его зовут? Наре, фамилия у него. Министр иностранных дел. Ну, один из министров иностранных дел. Как же его? Репкин, не помню, короче, Репкин или как его. В общем, не суть. Он же тогда, а люди на таком, извините меня, уровне, они не будут просто так какие-то заявлять, правильно? Ну, то есть логично. И он тогда на конференции, он сказал, он говорит, все возможные дипломатические способы Россия уже испробовала. Дальше мы будем уже разговаривать, ну, соответственно, армией. Это за 3 месяца. Вместо этого, вместо того, чтобы, ну, так, стоп, давайте не будем все-таки в крайности впадать, давайте садиться там разговаривать. Вместо этого что? Ничего. Олеся, а вы говорите за неисполнение Минских соглашений. Скажите, пожалуйста, а на кого наложили санкции за неисполнение Минских соглашений? На Украину или на Россию? На Россию не накладывали санкции за неисполнение Минских соглашений. Как это? Накладывали, конечно же. Нет. Да, Россию наложили санкции по Крыму. Забейте в Яндексе, почитайте. На Россию. Россия вообще не участник Минских соглашений. Если как вы это? Не в курсе, подписант. То Россия гарант. Нет, а где там написано? Не где написано, что Россия гарант, скажите? Там внизу, там есть подписи Великобритания, Россия, так. Германия. Где написано, что это, что Россия гарант? А где написано, что Германия гарант? Ну, почему вы решили, что Россия гарант? Россия была как гарантом. Кто вам такое сказал? ДНР, ЛНР. Кто вам такое сказал? Господи, ну хорошо, я неправильно сказала гарант. Олеся, смотрите. Вы прекрасно знаете, о чем Олеся, я говорю. На вас наложили санкции за неисполнение Минских соглашений. Какие? Можно посмотреть? Да, забейте, почитайте. Обязательно почитаю. Ну, прямо сейчас. А теперь скажите, давайте мне, я вам покажу. Да. Хотите? Россия. Подождите. Россия была стороной конфликта в Минских соглашениях? Конечно же. Ну, о чем говорить с вами? Ну, вы читали Минские соглашения? Там написано ОРДЛО и Украина. Там не написано, там не написано ОРДЛО. Донецкая там нет и написано Луганская ОРДЛО. Народные республики. Там нет ОРДЛО написано. Там написано Донецкая и Луганская народные республики. Где написано? Где? В Минских соглашениях. Ну, где именно? Да и в первых, и во вторых. Где написано, скажите? В статьях? Да, между, там написано соглашение между, там написано между кем давайте и кем. Давайте прочитаем. Там,
Там кто обязан? Давайте почитаем, кто подписал. Причем подписал? Вы смотрите поверхностно. Ну, Германия подписала. Вы с Германией воевали? Германия есть гарантом, конечно, исполнения. Подождите, ведь конфликт. Почему Германия гарант, а ведь, Россия... Ведь конфликт между Украиной и Россией... Нет. Если в Минских, соглашениях написано, кто должен отвезти технику... Да, кто? Да. Техника на вооружении только Российской Федерации. Так кто же должен ее отвезти? Еще раз вас спрашиваю. Россия должна что-то отводить? Но если она ввела, значит, должна отвезти? Подождите. Кто там должен отводить? Украинская армия и сепаратисты? Нет. Смотрите, должны отвезти те, кто ее ввел. А ввела российское формирование, российские военные. Формирование российские военные? Да. А как тогда получилось, что в 2019 году ОБСЕ, миссия отчитываясь, заявила о том, что на территории Украины и также подконтрольные ДНР и ЛНР российских военных ею зафиксировано не было? Как так получилось? Давайте я прочитаю, как там написано. В резолюции, да? Вы про резолюцию говорите? 19-й год, когда ОБСЕ зачитывали... Я вам прочитаю резолюцию... Российских военных. Я вам прочитаю резолюцию... Там не обнаружено. Резолюция 17-го года еще прочитаю, еще раньше. Я читаю внимательно, потому что вы не можете параллельно со мной, у вас телефон занят, а я вам прочитаю. Значит, парламентская ассамблея ООН призывает Российскую Федерацию обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территорий отдельных районов Донецкой и Луганских областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований. Можете проверить, пожалуйста, чтобы я не был лишнословным, знаете? Послушайте, где там где были российские военные? Смотрите, где? В каком месте? Какой резолюция точке? Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На каком сайте вы читаете? На любом. Ну, забейте в Википедии, где хотите. Эта резолюция известна. А, Википедия, там, где люди сами статьи поправляют. Забейте в другом, забейте в другие какие-то резолюции. Давайте я вам открою еще одни резолюции, хотите? Их много, она же не одна. Вы не слышали про то, когда ОБСЕ в 2019 году отчет миссии своей мониторинговой зачитывал? Давайте найдем. Они заявили, что российских войск они там не видят. Как мне найти? Как мне найти это, скажите? Давайте поищем. Ну, напишите, я не Пишу. Знаю. ОБСЕ, 19-й год, ОБСЕ, российских военных не обнаружено. 2019 год. Так? В российских военных не обнаружено. Российских военных. Сейчас. Военных не обнаружило. Так. Ну, первое, что мне попалось. Смотрите, я вам покажу в камеру. Это первое. Дальше будем искать. Читайте. Фейк. Фейк. Первое, что попалось. Та информация, которую сказали, это было фейк. Дальше читаем. Последние новости от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. На участке разведения в районе станицы Луганской наблюдатели констатировали отсутствие бетонных блоков и бывшие передовые. Дальше. Ну, я не нахожу такой информации. Где эта резолюция? Где ее почитать? Вы ее, конечно, не найдете сейчас. Почему? Говорите какими-то тейками, которые уже разобрали по полочкам. Я не блогер, вы там блогерской деятельностью занимаетесь. Вот я знаю кучу блогеров, которые находят резолюции. Они в разговорах, смотрите, они в разговорах с украинскими блогерами сразу говорят, потому что на правах сильного. Это последняя их фраза. Они не могут вывести разговора. Подождите, дядька Гарри. Он показывает все абсолютно документы. Он потом их еще выставляет. Послушайте, дядька Гарри обделался сколько раз уже. И сила в правде со мной было общение, обделался, убежал. Слушайте. По документы, они по документам, да. По документам. Я не смотрела, да. Так они же фейки показывают, а мы их разоблачаем. Конечно, фейки, а вы показываете правду. Ну, и ваше украинское телевидение...
Скажите, телемарафон. Там хорошо. Вообще одна правда. Давайте я вам еще одно видео. Олесь. У Путина рак. Олесь, тихо, тихо. Что там еще у вас рассказывают? Можно я вам покажу? Вы мне сейчас пытаетесь натянуть сову на ногу. Олесь. Я это не нашел, а вот здесь вы. Олесь. Я вам покажу документы. Можно я вам включу видео одного ГРУшника российского, спецназовца. Я с ним общался. И он уехал в Америку. Он хотите, я вам нашел... включу да. тысячу видео? Да, включите, да. Хотите, я вам включу тысячу видео, где ваши военнослужащие, которые сдались в плен, рассказывают, что хорошо. Ваша армия... Я сейчас не о том. Не-не-не, так мы сейчас... Мясо. Я не о том говорю. Я говорю, я вам включу видео. Вы смотрите на свои Олесь. Проблемы. Я вам сказала Олесь. Свое мнение. Олесь, я честно говорю. Можно мне, я вам... Я не хочу даже... Вот... Я вам включу видео, можно? Я даже не уверена, что это тот человек, о ком вы говорите. Я вам просто включу, а вы прослушайте его внимательно, и все. Да этот человек может быть кем угодно. Вы мне скажете, что он бывший там какой-то военный. При чем он, тут эти он видео? Показал видео. Видео мне показал свои корочки, его фамилия. И что? Где написано, что он спецназ России, ГРУшник, который хорошо. Сейчас... Вы же меня перебиваете, Олесь. Да потому что, слушайте, но мы же по очереди. Вот этот, который угнал самолет. Послушайте. Который угнал самолет. Послушайте. Ему заплатили деньги, он будет рассказывать все, что хотите. Он убежал из России в Америку. Нашел там политическое конечно. Убежище. И он объясняет, молодец. Почему. Да давайте... Все. Друзья, ну, такая размова за Олесей. Ничего дивного. Поставьте лайкос в подобаечку. Напишіть коментар обов'язково, щоб це відео поширювалося. Що ви думаєте про Олесю?